Всем здорово. Привет. Привет. Поставьте десятку, что ли. Ну, поздоровался. Локо суманули? Скорее, да, Шамир, чем нет. Все, мы в инсте уже. Все, все прилетели. За пять вообще. Минимум 2 часа у нас. Если будем быстро закрывать, то где-то 1:42. Кого? Ик? Да, если с первого трая все убивать. 50 минут. Ну, блядь. Я в прошлый раз закрывал так. Ну, у нас ДПС был не очень большой. Зависит от ДПСа. Турбоёжика еще зависит, если он разафикашится. Ты там что-то писал. Пнули. Слушай, био, одна минута. Давай, давай. Кухня, скажи Павлом, что бафать ему спрашивает. Ну, сейчас, блять. Ну, наверное, турбоежик пускай разбафает нам касочки. Его нет. А хапал пускай. Ну, этот, блядь, куда он делся? Его просто АФК. Ну, сука. Хапал пускай тогда каски кулаки бафает. Ой, каски эти. Кресты кулаки. Он потом все равно в ретрика спятница, пускай каски кидает. Турбоежик этот. Что-то про змеи объясняли. Сейчас я все объясню. Турбоежик только доберется до нас. Можно искать уже сразу еще тело. Сейчас попытаюсь найти. Ребята, я успею ТПшницу в Долоран? Я фласки забыл. Да, успеешь. А я еще получу сам. Ты получается наш ДД со спеком танка, то ли усилитывает? Да, да, да. Ничего, усовые смешки. Выйдите с моим телок. Кто-нибудь. Дели, давай я прилечу тут, я сам сдала ранее.
А когда он писал, что отойдет? Во сколько? Это не ежик случайно зашел? Кто его знает. А чё говорят, тут анрол, маг на себя анролит, а какую шмотку анролит? Ну, смотри, из посох. Всего, что здесь падает, мне нужен только посох. Остальное вроде я посмотрел, на меня больше ничего не падает. Ну вон, сова уже не хочет. Либо этот... Сова не хочет идти с анролом посоха, типа. А нахуй тебе анрол, с совой паролишь, да и все, что-то. По-пацански будет, честно. Ну, а то он ливнет. Давай посмотрим лого, что за шмот. Мне тоже бы посох нехуёво было бы. Ну да, у него 200-е говно какое-то. 213. Ну я посмотрел вроде... А, да-да-да, 200-е дерьмо. Да. А, не, нихуя, я наебал случайно. Здесь много чего... Это не тот летинец. Мне здесь пару шмоток всего надо. Ладно. Посмотрим, посох выпадет на ролл, может кинуть. Типа он еще и выпасть еще должен, блядь. Еще надо убить все, блядь. Да. Я как бы не это самое. Я смотрю уже по самому рейду, как мы идем. Если там какой-то пиздец происходит, и мы идем нормально, все хорошо, то я могу и вообще без анрола пойти. У меня так всегда с рейдами. Не, а если пишите, типа... все, пишите, а то еще скрину. А если типа заебись будет, ты скажешь, все, я типа забираю посох, что ли, или как? Не, это скорее, блядь, зависит от самого рейда. Так в итоге как, будет анрол или не будет? Бля, хз. Ну так надо определиться как-то, будет или не будет все-таки. Потому что. Если ему посох нужен, как бы посох можно кинуть на рол. Так можно, или он будет кидаться, или ты его заберешь. Просто вот в чем дело. Я просто стример, блять, у меня тут админы смотрят, Сирусы, стрим, блять. Так что это. Все записывается. И шо? Ну, пацаны бывают жалуются, типа, что их на шмот кидают, говорят. Просто... Кого на шмот кидают? Просто обычно, знаешь, админы просят скрин делать, правил, типа, разрола. А тут, ну, не правил, никто не пишет, обычно просто в DC говорят, так и так, там будет разрол, нет? Ну смотри, я пишу один анрол, какая разница, что я за анролю? Ну вот, по итогу получается, анрол этот будет, и ты хочешь посох, но это мы все уже поняли. Вот, а сова говорит, я, блядь, не пойду, типа, если посох будет анрол. Ну. Вот, и что? Сова отвалится. Придется искать сову. И поэтому. Ну он пишет, сейчас... что пойдет вообще-то. Да? Он в чеврейд пишет. Ну все, красавчик. Тут два, тем более, посоха падают. Свалик и с этого. О, турмоежик не очнулся там еще. Свалик-то вроде топовый. Да, Свалик священник такой. Где-то писал топовёжик, без понятия. А, ты знакомый там, да, твой? Ну, с гильдой он, я так понимаю, с нашей. Ты никакую. Этот, фетиш? А, ну фетиш я на прошлое, когда я анролом забрал. Да, парни, не переживайте, что-нибудь да заберёте. Пусть он все равно все сильнее заберёт. Блять, нам нужен
блядь, второй танк со спеком ДД, и все, лучше мы можем пул проносить. Лучше поищите, парни, танка со спеком ДД, вот будет намного быстрее и полезнее, может, у кого-то есть. А то мы тут два тела ищем, может, у вас есть? Неплохо так совачество. 4 шмотки на ОВ забрал. Ну, на этом КД у нас есть котик, так что у тебя кожу с ловкостью стырят все. Ля, на коте этот посох прикольно так светится с боевым выступлением. Будет какая-то десятка сегодня? Ну, хз, блядь, просто люди уже сходили некоторые. Надо самим собирать, получается. Да, в гильдии никто не собирает ничего. Да нет, но я-то не против сходить, там вык, там бульду 10. Я вот вык пошел, тут, короче, ДД со спеком в танка нужен, у тебя есть? Не, я только это, ДД. А что за ДД? Вар. Ну, Армс. Я же вчера с вами был. Он еще не сильно одет. Хуёво одеты. Ну, 228. А, это... нормально. Это сват. Не, ну я в смысле их так проходил. Типа, на том КД. Все равно. 204 армс хуйня. Так, а у тебя он ренегат или кто? Альянс. Блять, а это вардес, сука. Хуёво. Мне 1500 голды не хватает, чтобы это... оборону ренегата снова прыгнуть. Ой, блять, а тут был ретри, кофнулся что-то, блять. Сейчас трейн тут этот, отскочит, он отошел на 2 минуты. У него, может, кто есть, вык. Ну, у него танк. Декан. Вчерашний. А ДД есть у него же? Он типа не любит ДД-шить. За ДК. Ну, любит, не любит, у меня просто нету. Я-то их соло танчу. Кио нормально, то можно. Вторым я ходил, то нельзя. Получается, сегодня вообще пустой день, то есть ничего не будет. Но официально нет, но можно собрать неофициально. Потому что нет, у нас даже вчера вот статик, который типа статик, не все пришли. Я бы в кару еще сходил. В ИК бы еще сходил. Попробовать надо будет. Сейчас вот это ДКшником принесу. ДКшник в кару, блять, еще хочет, сука. Ну друид у меня основной перс, блять, и кару тоже надо идти. И на Никсе не был.
что-то. Там он даже с пугами ее можно закрыть. Честно. Он еще плевотня. Не босс. Даже кони легче. Кари. Нет. Пошел я палком зашел. Давай. Там зашел, блять, ебать. Вару, звоните обратно, пожалуйста. Лок, поставь шкафчик, если ты здесь. Блять. Лок. Ёжик. Тыкни. Ёжик тут, ёжик. Весь прям шкаф оливается. Короче, блядь, ну ты понял, да, что надо делать? Соло танчу, короче. Через флешки по мне поиграй на червях. Ну типа это. Зачем это? Ты ёжик? Я, блядь, маг. Ещё дальше. Ну, ты не... Зачем нам нужно через флешки играть? Я не говорю нам, не тебе, а я говорю ёжику. Он в диз зашёл. И что? Блядь, два танка не проще? Нет. Какая зачем, разница? Зачем два, если в одного всегда танчится? Ну, да. Да, весело в одного танка. Суманите ёжика. Где Лок? Лок, поставь шкаф. Ёжик и вары тоже. Ритуал призыва свой тыкни. Он на прошлом КД нормально затанчил. Никаких проблем не было. Блядь, пошли выйдем, у нас Лок немножко это самое. Какой-то глюкнутый. Ты чекни на АФК просто, АФК он или нет. А то он сейчас как этот турбоёжик отойдет. Там он вроде бегал, прыгал. Решил пойти чай попить. И сейчас ушел. Прекрасно. Ля, а второго сумануть? Куда все полетели? Вот тут, тут. Шкаф здесь ставить или выйти? Все уже, присумонили. Все, давайте в инсте и бафаемся. Турбоежик там кашки раздает. Хпал уже знаешь, что ему раздавать. Столик ставлю. Берите сразу еду. Куда ты пошел? Мы в ВК. Че поперся? Просто посмотреть. Сейчас ухожу. Прощай. Вали. Пидор. Надо бы его забанить на этом сервере, чтобы не заладил сюда. Да, насуждаем. Так, сови МК. Пускай сам подамажит. Так. Тогда... Пускай этот, блядь, ДК начинает первый, на трех стаках меняйтесь. Чек на пол. Че, код отошел. Все, код здесь, запускаю босса. Не забываем то, что нужно стоять на дистанции друг от друга. Разошлись по комнатке. Сейчас, по идее, Минотавр, да? Да, первый Минотавр идет. Что, какая у него там специфика? Просто стоите недалеко, этот РДД все разошлись, чтобы никого не кинуть, и все.
Выходит босс, готовьтесь, до первый ловит. Из лужи выходим. Лок. Ну чё, два БРа. Да, сова, БР не лок. Лок, ты шаришь, что в луже надо не стоять? Ну, про нее просто не говорил никто, спрашивал какая-нибудь специфика. Теперь понял. Да, я же сказал, стои. Под этой сосновой там к боссу. На ком? Прям в миликов. Сноубольда весь рейд бьет. Все в Сноубольда сыграли. Абсолютно все. Сноубольд убил хила. Этот... Ясно, на сова упала. Добивайте Сноубольда просто. Хпал хиль пока сам. Сноубольда все сыграли. Подойди к миликам, ты. К миликам подойди. Ой, блядь. Давайте ляжем, все, ложитесь. Все зашли в огонь дружно. Может, поэрэлить вам? То, давай, блядь. Короче, ладно, все, плевать, буду рассказывать всем тактику, потому что что-то не то, блядь. Сейчас рассказываю тактику, все буду анонсить, все делаем. Давай, Вар, сдохни быстрее. Зашли все в инст. Давайте сразу ребафуйтесь, поставь рыбку. А где ДПС? Я запарился от луж бегать. Вот где ДПС. Давайте ребафайтесь еще. Ладно, давайте еще разок, потом предлагаю еще раз поэрэлить. Нормально будет. Так, все, блядь, тактика на первого босса. Все сейчас РДД, расходимся полукругом. Увидели под собой лужу, сразу же выбежали с нее. Не стоим, не кастуем, ничего. Просто сразу сваливаем с нее куда подальше. На ком появился вассал, вот этот Сноубольд, сразу идем к миликам, в мили-зону, прям под ноги босса. Что и все милики свечатся в него, все РДД тоже. Увидели Сноубольда, сразу играем в него. Собственно, этот... РДД стоят подальше от босса, чтобы не сбивали им каст. И не лос этих хилов. На первого этого моба все. На второго потом расскажу. Буду говорить по ходу боя. Выходим, слушай. Вышел Сноубольд, играем в Сноубольда, все под этот, под босс его. В Сноубольда. Дальше бьем босс. Сноубольд вышел, сыграли все в Сноубольда.
Снобальд. Сыграли все в Снобальда. Не ворочай, не надо ворочать, стой там. Стамбль сыграли. Ёжик, дай бог. Выходит первая, ДК забирает, уходит в сторону. Паладин забирает бью. Вторую. Я не бью это. Бьем вторую, которая выходит. Шаман, давай Геру. На ком дебаф подходим к танку, который держит жуткую чешую. Так, тут лужа сейчас под ползающей появится. Да, уже появилась. Отведи. Глыбу прожми. Прохильте больше, пожалуйста. Смотрите, на какую сейчас бить будем. Бьем всю ту же. Она и вышла там же. Вторую забирайте. Почему вторая стоит? Ёжик, каплю, заберите на меня, пожалуйста. Прохильте. Бейте вторую. Да, тихий. На ком дебаф сейчас? Разбежались все, чтобы друг друга не дамажить. Прохильте. Резай, у кого БР остался. Я заберу ее. БР не сильно там. Минусова. Проходите. Лужа, отходите мне. Только вы видите из лужи. Уже бейрили. Лежи пока. Сейчас выходит босс, просто бьем его. Этот прист с Холи Палом. Самое главное, с разных сторон встаньте, чтобы на вас двоих одновременно дыхания не было. Посмотрите этот пал, кто-нибудь поставьте этот налет. На дыхание можно давать мастер аур, чтобы не сильно било. На мне, по-моему, какой-то баф, кулак. Посмотрели, куда бежит, и бежали в сторону.
Прохильте, пожалуйста, лучше. Давайте нос. Красиво. Это и лут не поменял? Ну, уже поменял. Лут собираю себя, будем ролить позже. Ёжик, тебе наручи. Сэво, репахните. У меня лучше просто, если что, можешь забрать сразу. Турбоёжик, спять по себе обратно. Он и был в реплике. А, ясно, вот так. Первый босс дабл. Запускайте этот пидор еще пока пиздеть будет. Запускаю. Сейчас бьем босса, на ком крест выносим из рейда, бежим к стенке и развиваем все там. Череп прохиливаем. А лог этого первого моба, который выйдет, забанишь. Второго будем этот. Турбоежик по второму, да, этот. Изгнание зла, третьего бьем. Ввиду не рок, а просто как бы ДК забирает на себя. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Первого выйдет забанить? Да, первого этого... Элементаля, как он, блядь, называется? Короче, глыба, который... Голема, да. Голема забанишь. Веду не рока, не трогай. Меня просто танк заберет. Прости, а как забанить? Я не понимаю. Изгнание у тебя есть способность. Не знаю, я ее не выстрелил. Значит, ты, ну... Ну выстави пока, пока бьем этого моба. Достань. В бою не вытаскивается. Бля. Ну давай. Прохильте трубежку. Госпожу воли ДК забирай. Вот, вот, вот.
Ахилара. Тогда первого будем бить. У нас два пала, так что эти... Двоих вторых, этот... Знание зла кидаем. Прохильте вара. Первого инфернала сразу бьем. Сразу все в него свичнулись. Просто долейте, да и все. Добивайте. Они убиваются, если что, вот эти баны, все это залупа. Я знаю, что не убивают, но их три выходит. Ну и что? Просто убиваются, все, вот видишь, сейчас они метаются. Друид. Прохильте. Прохильте уж. Там хулипал упал на дресник. Кот или сова, дайте БР по хулипалу. Прохильте череп. Пожалуйста. И вара прохильте. Все, прохили, отлично. Давайте, босс. Прохильте. Давайте сразу на правую сторону все пробежали. Сейчас ничего не надо вытащить там. Не знаю, не просто вытащи, чтобы оно у тебя просто было. Да, вытащи. Спасибо. И там... поставь огурцы сейчас. Эти камни. На хп. Короче, на будущее, если кто новички, типа, вы в книжке заклинаний все читаете и все вообще надо вытаскивать. Все может пригодиться время. Вот дерево есть, вон полено, видишь, вот на него надо будет тебе ПКД изгнания кидать. И когда изгнание невосприимчивость, это страх начинаешь кидать. Три изгнания, три страха. Понял, что нижний? Это твоя задача будет. Весело у нас пати вышло. И Рога, и Хант. Не паладин. И Энах еще. Я могу Рогу в корнях в смерти держать. Пытаться. Давайте поменяем. Выйдите все с инста. Ты думаешь, зачем? На Рога с паладином очень много бед прибавляет. Если ты паладина заберешь, то, блядь, там хант настреляет по нам. Ханта первым сливает. Ладно, хуй с ним. У нас в рейде, блядь, два друида. Это два потенциальных вихря и два корня, блядь. Это представь, какой контроль. Заходите.
Никогда еще такого не делал. Ребафнитесь. Ставьте на этот. Рыбу, пожалуйста. Кто там умирал? Рыбу поешьте. Ну раз ликбез идет, а что такое огурцы, как их поставить? Перелинковал. Открывай книжку заклинаний и там ищи. Вроде как колдовство, что ли, или демонология, где-то там должно быть. Там же, где здоровье и скверны называется. Ну и они берутся. Там у тебя ритуал какой-то. Ну хоть так. Так, что там? Хэпау, шипау. Так. Дерево хорошо для лока есть. Вардыка. Ханта первым туда будем заливать. Ставлю череп того, кого бьем первым. Лок дерева, которое забираешь у знания себе и держишь на нем. Можешь там запомнить цель взять, чтобы видеть, когда он выходит. После этого... ДК заберешь, короче, ДКшника, и отойдешь в сторону просто с ним, чтобы он нам ничего не делал. Следующим будем забивать ШП. Поставил кружочек на него. Я бы Купала советовал залить. Самое заебись будет. Дерево проблем не доставляет, три изгнания, три страха, лок чередует. А Купала зальете, дальше будет все как по маслу. ШП вас не шотнет. Ну, ханта в любом случае первым, сова, будешь держать вара в корнях, этот шокул. Корни с вихрем чередуй, левт. Корни и вихрь. Забиваем первого ханта, потом-то это, ШП, потом паладина. Дальше уже кто там останется, рыцарь смерти. Дай метку на паладина, пожалуйста. Велана, паладин. Треугольничек поставил. Он, который код дает. Все, все, все поняли. Да, череп, печенье, треугольник. Чек на пол. Все. ДК, иди забирай своего. Давай, все, подойдите сюда. Да. Шаман, вернись сюда. Геру, давай сразу. Прохила больше дайте. Мне дали стандом крутиться, дурачок. Я его за дезертом еще сказать. Еще эфир дали. Стан. Диспельте по максимуму, с них тоже диспель. Представьте, что вы на БГ. И нужно выиграть. Боб, диспельте с него. Добейте его уже. Ты не играет. Дальше играем в ШП все. Парни, печенька. Печенька. Чем печеньки-то вихрь дали? Сейчас кто-то захотел. К
кружок бы залили хэпала и бану. Добивайте уже так, парни, этот кружок. Парни, да, с печенькой, пожалуйста. Пом, кружок собирайте. Давайте, фэнтри. Убейте кружок, нахуй. Да бейте его уже. Все. Дальше в пала все играем. Пал, зеленая метка, парни. Это пал. На твара там отойдите. Он нас вихрем не ебашу. Это дезерм, да. Косты там кикайте. По максимуму. У нас диспл, да? Я собью. Риск. Сбил. Я уже смогу, все нормально. Дальше вару убить. Диспельте с него по максимуму. Дерево заливайте. Сейчас добивайте ДК последний. Прибавьте МП5, пожалуйста. Запускайте валику. Вот тут танк надо. Тут два танка 100%. Класс. Прям какие-нибудь сейчас нюансы есть еще по этому последующему боссу? Да, есть. Так, запускайте валик, сейчас я. Тыкну. Ты расскажи, Пухин, ребятам спрашивай. Этот, спекнись лучше. У тебя и массакра будет. Нормально там на перебежку пригодится. Просто холи приста и хапау. Тут надо им помочь. Все взяли черную. Ты, короче, турбо белую. Вот сюда все. Белую. Кроме и... одного этого. Все с левой стороны взяли черную метку. И подбежали к светлой. Это бафов там видно должно быть. Все, как бы танки будут держать перед нами. Просто все в одно место встаньте, чтобы хилы не парились сильно по хилу. Это... Чтобы всех не дамажило. А... Блять. Тотем есть от огня? Там аура 6% от хила просто дает. Поставишь, короче, от огня. Белый шарик — это огонь.
Косты, палы пускай сбивают. Все, все готовы. Поебать вообще. О, бьем. Когда под черный, ты бьешь по фьолу, погибель света. А когда берешь белую, начинаешь бить Эйдис. Спасибо. И когда на тебе черный дебаф, черные шарики, это стаки на тебе накидывают, и на 100 стаках будет баф на тебе, на 100% дамаг увеличивает. А белые будут пол хп у тебя отнимать. Старайся от белых либо отбегать, если видишь два штуки летит при. Когда цвет меняешь, все меняется. Белые ловишь, а черных отбегаешь. Угу. Все, пульте босс. Бьем белую. Че вы командуете? Че? Цвет поменяйте. Че вы, блять, полчаса еще подождали? Сбейте кат. Сбивайте речь. Пить сначала сбивайте. Вы что, дрочите что ли или что? Бейте Эдис. Пошли переведем. Ты... Переходим в другую сторону все. Ты уснул, наверное? Прежде чем кат сбивать, надо сначала щит сбить. Иннер, дайте по плюс, пожалуйста. Дальше бьем просто. Поменяли цвет, бьем другую. Щит избивайте. Это не щит, воронка. Блядь, это воронка. Перепутал. В любом случае поменяли цвет. Давай, перебегаем в другую сторону. Переходим обратно. Прохильте, пожалуйста, рейд. Давай, Бэйл. Секунда способность, внимательно смотрите. Договор. Бьем просто, снимаем и щит, избиваем каз потом. Каз сбить. Отлично. Еще один иннер можно? Попросту дайте иннер. Собаку вызывай, гимн читай. Уже все в КД. А же холик. Ну бля, 9 как ФПС, а блядь, я синхрон я буду просаживаться. Сбивайте каст. Да, этот щит начал сбить. Сбейте каст. Отлично.
не добивайте. Что-то не могу понять, со второй чего выпал. Шлем и похуй. Занканал. Пошли на последнего босса. Чё-то, блять, фаер нихуя не дамажит, надо обратно аркана спекаться. Холик хороший. Молодец. Сейчас вот хилил холипала мык. Ну там по 6200 мы с Рошамой. Это считай. Тут 12к хпс разделили. Он у паладина 5. То есть почти 8. Паладин за счет света с этого символа можно было и больше на хп есть. Правосудие, там сотка. Вспышка. Я его, как он. Через вспышку, что ли, пацан играет? Турбоежик. Походу, да. Турбоежик, что скажешь по поводу этого хпс? Не хпс, а в принципе игры против такой. Вот, смотри. Ну, тут просто он кастовал, наверное, не то. Надо было на свет небес кастовать. Мы же все в пачке стоим. Ну, я говорю, я с Рошамой хилил. Ну, светом нормально это. 6 на 6. То есть мы с ним пополам хпс поделили. Ну да, флешки залупа, конечно. Ну так, знаешь, если сферы вообще не прилетают в рейд, можно, типа... на расслабоне, типа АОЕ захиливать. Ну а когда прилетает сфера, лучше, конечно, светом поднимать. Ну холик, заебись. Обновление. Чекните все свои бафы. Сейчас ребафните все, что кому не хватает. Обновление, правда, маловато у тебя, холик. Сотка всего лишь. Обновление... А, я понял. Ну это как бы не основное, это пушка. Это вообще этот... это основное. Это таргет хил. Ну не сказать таргет, это охуенная тема. Ну а сейчас на нубе будет обновление на третьей фазе, это да. На основном будет поддерживать. Рыбу поешьте все. Я вижу, что Гера нет. Мы ждем пару минут. Давайте небольшой перекур перед убийством. Буквально 2-3 минуты. Чё ты, турбоёжик, где сейчас играешь? Чё там в год самого? Чё там как рейды? А чё ходят? Там это хорошо. Там кару никто не собирается сегодня идти, блять. Надо кару сходить, сука.
Распылил. Да, ну, блядь. Я тоже, ну, заявляю, у меня 3 спека, блядь. И все, в итоге кару хилю 2 КД, блядь. На самом деле АФК хуйня. Стоишь, блядь, одну кнопку тыкаешь, нахуй, и все, пиздец. Изи вообще. На гневе только единственное, под ноги посмотрю и все, блядь. Изи. Кара изи, блядь. Да, я бы тоже на расслабоне побегал ретриком. Но у меня приоритет, чтобы в рейды попадать. А там уже я все соберу, что захочу. Ну понятно, ты же красавчик. А я, получается, с Дальним Востоком играю. И 2 перса в вечерней гильдии. Ну да, блядь. Ну там не такая страшная хуйня, на Джеракте всё-таки чё. Которую он вешает. Так, все, все здесь, сейчас будем пулить. Я, короче, пособью первую сферу. Сова, поаккуратнее со своим этим Старфолом, а то сейчас позбиваешься в одном месте. Окей, сейчас собью сферу, ТК сразу поставишь его на сферу. Как только выходит моб, сразу его заливаем. На перифазах отбегайте этот... Если кто умеет через боб этот... кайтить, то кайтите. Чтобы у нас больше было сфер. Ты думаешь, трубоёжик? Я никогда ничего не водил здесь. Это залупа чистая. Тут сфера тебе хоть жопой жуй, блядь. Типа, если ты 3 зарывания... Сфера тебе хоть жопой жуй, но они заканчиваются. Ну, если 3 зарывания, они закончатся могут. И если их, это, типа, боб не давать... Вон там 2 паладина могут бобы оформить хотя бы по себе. Потянуть. Да, если они будут успевать все это делать, то как бы у нас все хватит. А если будем их тратить постоянно, то нам не хватит, и мы сдохнем. Короче, я к чему? Вождение это чревато, потому что вот сейчас был, блядь, конечно, там, ну, 3-е зарывание, конечно, можно убить, но, блядь, не проще ли босса бить до упора, блядь, а потом уже бежать, когда он зарылся? Смотрите сами, как бы. Ну-ка, да. Так больше ДПС будет, как ты говоришь. Но надо босса больше бить. Да-да-да. Ну, жука тоже надо убивать. Ну, жука под босса. Жука надо убивать, потому что он потом тебя ваншотнет. Он настакает, и один удар, и все. Ну что там, давайте. Этот. Давайте, короче, чек на пул. Все, по ходу боя разберемся. Так попроще будет. Все, агрибосс. Сферу разбил. Давай сразу заводи его на сферу. Милики там, сыграйте моба.
Это добьет босса. Сколько у тебя стаков? Сейчас спадут через секунду. А сколько их было, если только мелики играли? Штуки 3, наверное. Там на варе немножко повешали. Да, и так же агри. Так же мелики играют, это добит босса. Сейчас зароются. Бежим все к выходу и сбиваем сферы. Добейте моба. Бегите сразу от него и позбивайте сферы. Сферы, сферы. Ой-ой-ой, дролик сейчас себе канал. И скоробеи. Не забываем убивать скоробеев. Бьем только лишние стаки, не лутаем. По максимуму кайдите их. Кот, зайди, а то тебя сейчас убьет. Может быть. Ты чё, блядь? Блять, кот. Заходите на эти, если за вами он бежит. Я ебу. Left Dead, резай. Заходим за них, а не по ним. Дайс, резай турбоёжика. Кто быстрее? Дайс, резай. Left Dead, резай. Больше моего добейте. Блять. Да дайс, она... Вышел сразу. Добейте шо, всех мобов. Я ебу, блять. Left Dead, ты чё, блядь? Нахуй ты турбоёжика резнул, когда тебе друида надо было резать. Сказал, резай турбоёжика, я турбоёжика резнул. На сферу заведи. Все сыграли этого копателя. Все абсолютно. Резкого залили. Дальше бьём босс. Ну, пойдет. Бьем еще босс. Все копатели забили. Давайте речь. Разбежались сразу, позбивали сферы. И притом не моя была еще. Че не твоя? Потому что не на мне была метка. И что? Надо, на пути, надо на пути шипов стоять, что ли? Давайте ляжем, нахуй, мы неужели в берсу не успеем. Сейчас это появится, просто в шипы заходите. Заходите в красную метку. Стой, не забегай. Зайдите все в шипы. Давайте нормально, блядь. Да не бегай ты, ебаный рот. Сейчас он всех убьет. Во-первых, ты резнул это паладина, а БР, блядь, у друида, который, блядь, лежит. Друид, во-вторых, кот, нахуй. Ты чё, блядь, первый раз тут? Чё ты делал, блядь? Первый и раз. Это, когда, короче, за тобой метка вешается хантовская, и босс идет шипами, заходишь на лужу сразу, ты бопа не жди ни от кого, здесь, блядь, не играют какие-то супер игроки охуенные. Ты забегаешь. Чтобы он воткнулся в этот лед. Когда воткнулся, уже убегаешь на другую сторону. На следующую, ближе к следующей луже. Надо так бегать. Сейчас БР только у кота есть. ДПС 3К, блядь. Залупа, а не ДПС.
бить надо одновременно, блять, и этого жука ебаного. То есть кидать максимально мультидотить. И размахом тебе хуярить на него надо. Вот. Две цели размахом бьешь, уже профиль большой. А так ты 3к даешь, я хуй значит там, чем ты там бил. Автоатака, полоснуть, разорвать. Пиздец. Это ты. Нерубский копатель 100 тысяч. Этот. Размахом бей кошкой. Я тебе говорю, размахом. Давайте все сидите сюда, рыбахаемся. Да я знаю, что 50. У тебя клиркаст есть. Фокни. Все равно размахом лучше будет бить. ДПСа больше будет. А так ты будешь 3к давать, блядь. Да не утрируй, блядь, не в 20 секунд. Да блин, у меня же тоже вон рассекающий стоит полураги почти нормально. Нет, ты не путай вара с котом, там совсем другое. Ну я знаю, что у кота дороже немного спал, ну ничего страшного. Короче, бей. Дотки на боссе и размаха. Даже можешь успевать глубокую рану на этого кинуть. Все, все здесь, все готовы, на бафы свои посмотрели. Ладно, бей как хочешь, но нахуй это шипы в этот раз не сдохни на шипах. Марк, дай. Все, пуль давай. Моб вышел, сыграли. Мелики у моба. Копателя все сыграли. Насбежали все, подбивали сфер. Всем хоть на одной стоять и вместе перебегать без другого. Без разницы. На ком дебаф отбегайте от него подальше, чтобы время было еще. Ну, дай, турбоёжик, дай на него. Все. Боб дал, красава. Давай забегай на лужу. Лок на лужу, да блять, быстрее, сейчас Боб кончится. Ёбаный твой народ. Блять, лок нахуй, я ебу, блять. Ложитесь. Лок, нахуй, ты глухой, блядь, или тут, блядь. Ну вы, блядь, если все вместе говорите, такая, блядь, какофония происходит. Какая какофония, ты лужу, нахуй, не видел, ты мимо нее пробежал. Нет, не видел. Зачем? И не знал. Что ты не знал? Что надо на лужу забегать. Только что говорили об этом. У нас я на прошлом трае сдох еще этот, блядь, кот. 50 раз сказали, блядь, даже больше. Сойди на лужу, рядом с тобой лужа слева была. В 2 метрах. Ты побежал к той, которая дальше от тебя. Хорошо, все понятно. Лок, давай это внимательнее. Да, все, я просто об этом вообще не понимал и не знал. И то, что вы говорите, все, теперь ты знаешь. Да. Давайте не ссориться спокойно. Объяснили, все, он понял. Спасибо.
ты же понял, что нужно забегать да. на лед. Да, да, да. Если мне, на мне череп, я должен забежать в лужу, чтобы это. Ну, все. Там да, да, на лед забегаешь. И красная метка над головой, и шипы да, за да, тобой да. еще визуально их видно. Ну, все, все, он теперь знает, парни. Ты просто мимо лужи пробежал прям в одном метре и побежал почему-то к следующей, а боб уже кончился, и ты сдох. Боб... Он первый раз переволновался. Боб это на 10 секунд дается невосприимчивость к физическому урону. Тебя паладин спас. Половина даже слов не понимаю, о чем говорить. Ну, боб длань защиты. Паладин кидает сейчас. Шарик такой вокруг тебя. Невосприимчивость к физическому урону дает. Шипы физухой бьют. Давайте рыбку сразу. Я не знаю, там еще что-нибудь пока есть, могу раскинуть на МП5. Говорите, не стесняйтесь. Пока трая. Никому не надо, да? Смотрите. Я вон линканул. 3 на 100. Кому надо, спрашиваю. Похуй вообще. Это ну что, давайте. Когда? Когда? Все, все прибежали. Это кто? Чек на пол. Сейчас, секундочку. Ну стоит, да? Все, разобрались. Да? Готов, кот? Чек на пол. Пуль босса. Маб вышел. Все милики свечнули с него. Все свечные с моба. Разбежались все сразу. Перед входом встретите там пару сфер. Убивайте много снежков. Скоробею сливайте. Беги, малышка, беги! На ком сейчас? Просто отбегай как можно дальше, он сейчас вылезет. Бьем босс. Заведи его сразу. Добейте этого скоробея, который лазит. Он стак лишний набирает. Добейте копателя там.
Все, сыграли в копателя. Добейте его. Разбежались сразу. Налет, подходите. Че вы бегаете? Ой, налет стали, они сами к вам придут, жуки. Налет, все, заходите. Нет смысла бегать просто так. Они сами к вам подойдут. А ты ему турбо оформил сейчас, Боб? Ну, Рикана еще Боб есть. Ну, паладинов баблы еще есть. Он вылез. Забирай. Всем оба забить это. Что, три зарывания было? Да, скорее всего. Сфер не осталось. Что, не думаешь Геру, да? И в босса бить. А жука уже после 30. Да, я пристану, кстати. Долго думаете? Добить надо. Да. Баб, дайте. Че, все лучше нету, ББ? И че, глыба? Наш побеги. А, сейчас вылезет. Беги, малышка, беги! Вот смотри, вот ты... Релиш, ты на прошлой неделе убивал его? Да. Также три зарывания? Да, также три зарывания. 30% третья фаза. Давай в два будем убивать. Дадим Геру. Вот видишь, 2% на нем было. Окей, нормально? Да, я понял. Я просто тоже его убивал в три зарывания. У меня 4 перса. Вот, на одном убивал в 3 зарывания, на одном в 2. Ложитесь. Но в 3 там надо, чтобы как бы были и лужи эти, а сейчас луж не было. Угу. Лучше нас, в 2. На прошлой неделе у нас просто трайб этот, ДПС было побольше. Самое заебись в 2, потому что и луж ты их не экономишь, и бегаешь как хочешь, типа хуй забиваешь. И просто вот когда перед третьим зарыванием первого жука вы залили, а потом уже чисто в босса, плюс Геру. И даже жук выходит, вы его не трогаете, переводите до 30, и уже потом, после 30, жука заливаете. И все, а потом и до берсы, до хуища времени, а потом вы просто живете. Да, вот так. У меня есть резон. Парни, у меня вопрос такой, а мы не можем всем рейдом бегать с лужи на лужу, все вместе? Это типа проблемно или что? А смысл тогда? Смысл лужу. Если он сразу как бы сагрится, он сразу и разобьет эту лужу. И никакого времени между лужами не будет. Он просто. Мы все лужи потратим и сдохнем все.
Ну, ты типа зашел рейдом на лужу, он агрится лужу, хуй. Пока она тает, ты типа бежишь на другую лужу, вот блять, и все. Я же говорю, вы не ладно, думаете... Ладно, ладно, я не вот это вся хуйня о лужах, мы сейчас не в ВВК находимся, чтобы сильно в этом разбираться. Нам это не надо, два взрывания убить не надо, вообще себе мозг ебать. Я сказал, как лучше убить. Ну да, 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 все, все, все нормально. Стопроцентно будет. Короче, на второй тогда даем БЛ. Так-то да, на верочку. Там и лужа дохуя будет, на двух зарываниях, где хоть жопой жуй, блядь. Просто третье зарывание, это уже пиздец. Угу, ну да, в принципе так. Чекайте. Чек на пол. Запускай. Давай мне от ребенка позвони. Это будет красивая победа. Мельки всех копать или играть. Все вкопатели сыграли. Разошлись сразу. Сверки позбивайте. Сейчас вылезет. Ставь его сразу. Добейте маленьких скар. Копателя забирай. Давали, нет ран, БЛ? Нет ран еще. Нет ран еще. Слейте жука. Добейте ее. Стака, блядь. 4 стака. Или 3. Жук идет. Сыграйте все жука. Разбежались все.
Стаков поменьше ловите. Беги, малышка, беги! Появится 10 секунд. Отойди подальше, не в лужу. Все нормально. Давай ставь его сразу и БЛ. Добейте всех скоробеев маленьких. Подожди, подожди. Я это не было, подлос, это давит. Было первое зарывание или второе? Второе. Добейте всех маленьких скоробей. Бейл сразу давай. Убили. Давайте переводим его. Должны успеть. Паладин. Все, сам дал, нормально. Давайте, 10%. Угу, не успели. Добейте моба. Стан ему дайте, когда закапываться будет. Сферы все в одном месте, это хреново. Че там? Боб под холипала? Холипал. Если Боб есть тень. Есть Боб, беги на лужу, беги на лужу, кот. Кот, на лужу. На лужу беги. Сейчас умрет все, кто там, все остальные в лужу. 2 секунды. Идите в лужу. Вот сфера еще. 10 секунд до реса. Сейчас появится. Да, чуть-чуть не добежал. Холи этот. Сова БР не этого. Кота, кота ресай, а потом реснешь хэприста кот. Добейте всех маленьких скоробеев. Вот, кот хулиприста. Да, окей, пока я не дал, переводите вас. Приз, дай сразу гимномана. Пока не. Все, 30% держите. Ёжик, если чё флешку, вон даже шам сдох. Похильте. Подпомогай, пацан. Мы хильнули, ладно. Ну там хэприз, в принципе, шарит, вот тут обновление там. Только фул сильно не захиливает. Да, фул не 30% надо, хотя бы, даже не 30-50 хотя бы держите. Главное, не уроните никого. Давайте, где-то 1.5 минуты до версии у нас осталось. Этот ДБМ неправильно не показывает версию. Не сдохни, прист. Я ебу, ну ты чё, блядь? Прохиливай. Турбоёжик, ну давай флешками работай. Хэпал с вспышками.
Давайте добивайте, должны добить. Кота не проебить. Покаяние, да, еще раз помогу. Шама сейчас сдохнет. О, не Шама, это ж этот. 200 тысяч пытается добить. Добивайте, должны успеть. Молодцы. Хорош. Я ебал. Нормально. И лут, блядь, дерьмо из жопы. Да, дерьмище полнейшее падает с этого инста. Хуета, это просто пиздец. Хотя бы, блядь, посох выпал, посмотри бы на все. Ладно, спасибо, блядь, за это. Трейд. Сейчас разрол уже. Да мне похуй, мне ничего не надо. Это Совушка, ты говоришь? Нет, это Декартан говорит.